Галина Шахова хорошо известна в Ленинском районе Самары. Дочь погибшего в год Великой Отечественной солдата более 10 лет реализует свой проект «Война глазами правнуков и праправнуков». В этом году ученикам младших классов женщина раскрывает тему детства, которое навсегда украла война. Сегодня Галину Шахову признали победительницей муниципального этапа областного конкурса «Народное признание» в номинации «Память и слава». Я в этом проекте сплела, значит, детство людей, которые в 1941-1945 году были в военное время, и детей Донбасса, которые сейчас находятся под обстрелами, под бомбежками, которые тоже испытывают страшное время по поводу того, что вот сейчас творится в мире. И я считаю, что это важно, потому что дети должны обязательно знать, что Родина их герой, а народ ее герой-победитель. В этом году в Ленинском районе областного центра на участие в акции «Народное признание» было подано 13 заявок. Победителями стали 6 человек. Все они получили награды от главы района и депутатов. Это действительно уже ставшая истинно народная акция. И благодаря ей мы узнаем о замечательных людях, жителях нашего Ленинского района, которые инициируют и притворяют в жизнь замечательные социальные проекты для людей. В этом году акция имеет патриотическую направленность. Об этом говорят номинации, в которых выбирали победителей. «Память и слава», «Признание и уважение», «Мы вместе», «Наследники победителей». Они реально делают очень хорошее дело. Они занимаются очень важными вопросами. И то, что они себя проявили, наша задача их, конечно, ответить. И пожелать им успеха на втором этапе. Потому что первый этап они прошли с успехом, и мы надеемся, что также они пройдут и второй этап. Мы за них будем болеть и все переживать. Акция «Народное признание» в Самарской области проводится 15-й год подряд. Жители региона выбирают самых достойных своих земляков. Финальный этап будет проходить до 10 декабря. Светлана Тимофеева, Максим Гусев. События.